Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Хочу поделиться очень вкусной закуской на любой праздник, также, конечно, в преддверии Нового года. Я думаю, такая закуска вам очень понравится, и вы, конечно же, будете готовить вместе со мной. Начинаем готовить очень вкусную, интересную закуску. Вернее, две закуски. Одна будет соленая, другая будет сладкая. Для начала готовим вкусное тесто. Поехали! Нам понадобится небольшая кастрюлька или сотейник. Отправляем в нее воду и молоко. Все граммовки теста будут под видео, друзья. Так что обязательно прочитайте и готовьте. Отправил кастрюлю на огонь. Добавляю сливочное масло. Нам нужно довести все до кипения. Масло уже почти растаяло. Добавляю пол чайной ложки сахара и щепотку соли. Доводим до кипения и выключаем нагрев. Молоко вскипело, выключаем. Сразу же оперативно добавляем муку. И перемешиваем. Вот таким вот у нас получилось тесто. Оставляем его остудить буквально на минут 15. Оно остынет и продолжим. Тесто остыло. Отправляю сначала одно яйцо, потом отправим второе. Хорошенечко нужно перемешать. Сначала это сложно, тесто скользит. Ничего страшного. Просто нужно потрудиться и хорошенечко замешать тесто. Одно яйцо замешали, отправляем второе. Вот таким вот у нас получилось тесто. Вот так вот тяжело оно вроде как спадает с ложки. Вот таким вот оно должно быть по густоте. Отправляю тесто в кондитерский мешок. Мокрым пальцем слегка вот эти вот кончики притолачиваю. Все, отправляем в духовку. Друзья, обязательно отправляем в духовку, в разогретую духовку. Выпекать буду ровно 15 минут при температуре 200 градусов. Остальных 30 минут буду выпекать при температуре 180 градусов. Это очень важно для того, чтобы наше тесто заварилось, именно запеклось красиво, чтобы внутри осталось пустым. Обязательно, друзья, ждем. Готовим соленую начинку. Здесь у меня красная рыбка, буквально чуть-чуть. И понадобится также пол огурчика. Также нарезаем кубиком. Мелким кубиком нарезаем. И 1 столовая ложка творожного сыра. Все это хорошенечко перемешиваем. У меня уже готовы две начинки, сладкая и соленая. Здесь у меня уже готовая
шоколадная паста. Я буквально добавил чайную ложку молока, чтобы сделать ее более мягкой, чтобы можно было бы начинку отправить именно вовнутрь нашего вкусного пирожка, так называемого. Вот такая вот у нас получилась красота, очень обалденная закуска и, конечно же, разлетится в первую очередь. Сладкое обязательно понравится деткам, а соленое под шампанское — бомба. Ну что, друзья, пробуем. Нет слов. Очень нежно, вкусно и обалденно. Тесто бомба, реально очень нежное, вкусное и, конечно же, готовится легко и просто. Я не знаю, кто боялся готовить такое тесто заварное. Несложно вообще, готовьте обязательно на любой праздник, просто шикарное блюдо. Готовьте, не пожалеете. Я с вами прощаюсь до следующего видео, не забываем подписываться, комментировать и, конечно же, делиться с друзьями. Всем пока!